И всем привет! Это наш очередной стрим. Здравствуйте. Здравствуйте, да-да-да. Вот, в этот раз у нас все несколько проще, да, мы отметаем все бонусы, все сеты и так далее и тому подобное, просто по хардкору пролетимся на двух БКшечках, таких относительно нано, но без линков они совсем не нано, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Как-то так, Хардкор. да, хардкор, собственно. Ну что ж, ну, наверное. На самом деле ворон учит спецуху, спецуху на рельсы. У нас здесь возникли некоторые проблемы. Вот. Пока он полетает с метарельсами, причем там все 250-е, кроме одной 200-й, в общем, трэш и И угар. трактор бимом. И трактор бимом, вот. Но со временем мы перефитимся, и все будет отлично. Ворон, не переименовывай Брутикс, мне кажется, он называется именно так, как надо. Вот, и из тех, кто нас смотрит, напишите, Брутик с трактор бимом. как звук, Надо да, знать. и мы полетим, собственно. Командуй, командуй, капитан. Ты капитан, ты же у нас этот А, сквад лидер. ох, Можешь ой. же даже, кстати, варпать сквад варпом прям на гайку, реально. О, Я хорошо, тогда буду меньше хорошо. кнопок нажимать. Могу даже посуду пойти, по-моему. Не-не-не, кстати, слышишь, сквад варп не... Элия, с тобой он докнулся, я просто не видел. Ты уже варпал, что ли? Ты это, кстати, Да-да. тоже переименуй, слушай. Не-не-не, у меня все правильное название. Да блин, переименуй, говорю же. А что, Сальвагер? Давай, кстати, трактор Бим и Сальвагер. Можно, кстати, рубрику придумать. Трактор Бим и Сальвагер. Роковая. Роковая тактика. Значит, смотри, мой ДПС с дронами на антиматерии 629. Го прыгать, Мару. Ну, типа. То есть пока я без смотрел того, ЕПТ, да. Ну, короче, дистанция 20... Ну, как раз диза. Оптимал у меня. Там уже закрыт. Как раз под скребочек. Прыгаем. Кстати, шутки шутками, а, блин, под бонусами на нас только так подловят. Сетками там с 20. И аннигилируют. И обнимашки. Кстати, в обнимашках мы не особо тащим. У тебя трекинг, у меня трекинг. У тебя еще и трактор Бим. Нужно фрегаты подтягивать. Frozen Corp сразу из фрегата дышу вырвать. Так, оптимал, кстати, лок рейнджа у меня увеличился сейчас неплохо 70 км. Учитывая, если я впихнул БТ-2 рейла и джавелина, я как раз стреляю там. Спайки. Спайки, пардон. Ну, да, пихни, вот если ты брал. Первый опыт. 80 оптимала процентов прибавляет. Ну, короче, наверное, на 50 у меня там оптимала будет, да? Или сколько? Я вот думаю, слушай, может мне все-таки первым заходить? Ты красный. Я хоть буду как-то там, если что, да. В нулях. Представь, что мы в нулях, там же без разницы, правильно? Окей. Окей, фейс, я в нулях. Да, ты в нулях. Только без баблов. Кстати, на тест-сервере, не знаю, может ты слышал или видел, там теперь баблы изменили, они больше так это, как мыльные пузыри не крутятся и ну, динамики нет, они стационарные, прям такой ровная сфера, у него больше нет такой динамики, ну визуальной. На самом деле хорошо. FPS увеличивает, ты... уменьшает? А? FPS увеличивает, уменьшает новые баблы или как? Просто наоборот, вот сейчас они FPS дропают очень сильно. Вот, сейчас, наверное, еще меньше будет. Ну, в смысле, увеличивает FPS, а, да, ну, окей, и параметры окей, окей. больше, тем лучше, да? Если я не путаю. Ну, чем меньше движений, тем больше FPS. Чем больше FPS, да, FPS вот. Тем лучше. То есть, следовательно, FPS повысится. Ну, не знаю, немножко должно повыситься. Это, кстати, полезно, когда ты вытапливаешь из бубля и границу. Она же плавает, раньше плавала, а на тест-сервере сейчас она прям ровно, четко видно более-менее. Как? У Поса, кстати, не знаю, может там тоже сделали эту сферу ровную, она у тоже... Поса не-не-не, у Поса она была ровная, она просто такими полосочками сверкала. А-а-а, тогда все. Теперь как у Поса. Так, я пойду, отойду за... Давай, сейчас давай. Пойду. Кстати, если посмотришь по мапе, так, синдикат, синдикатик. Вот смотри, вот видишь аутеринг. Гош, во, слушай, аутеринг на таких шипах лететь, ок, главное в прайм-тайм попасть к местным.
Ну, прайм-тайм у всех вечером начинается, на самом деле, так что там Ну, как бы... да. Я хочу, короче, смотри, вот до ринг, потом ниже На уровне до ручками фонтана Wi-Fi. пролететься. Слышишь? Ты опережаешь, что ли, меня? Да, что-то я это прожал. Ну, один прыг варп. Да, посмотрим. В фонтане сейчас делать нечего, там засилье гунов, и как-то я лучше синдикат верну с собой. А, то есть, ну, синдикат аутеринку, да. Вообще, может прийти девушка и обломать наш полет, но надеюсь, она придет часов в 6. Это же прямой эфир, как так? У тебя есть жесткий аргумент. Ты в прямом эфире, как в новостях. Ух ты, смотри, тут вообще-то подскан скорбная ветага. Ну, что-то мне подсказывает, что Тунгай это бонусника Скорпнови мы не убьем на двух букашках. Подожди, дай посмотрим хотя бы. Блин, вот, а я Давай, бонусник не давай. взял. Нас сканить нечем. Ну, Подожди. не возвращаться же за бонусником, это же, ну, правило Сканится в меча. сторону дока. Ну, Слушай, давай. пошли посмотрим. Какой? Бродкастня. Ну, там это, там куча станций, сейчас бродкаст на объекты. Ну, я понял, Вот. какие. Я пойду на выборочную на 30. Сейчас хоп, столбы нас так аннигилируют. Стрим окончен. А, ты хочешь Тенгу, что ли, это? Ну, скорбно, навряд ли мы продавим. Это же и А Шамилкин, Тенгу? мне что-то напоминает это. Что-то здесь что-то пригорало у меня в этой системе. У меня подскан вообще завис. У меня Обычно он тоже зависает перед подвисло. тем, как меня дропает. А, нет, вот, отвис. А Тенга у меня пока сканится. А, у меня пачка станций по курсу. А, time dilation был. А, на моей станции пусто, я варпнул вот на эту. Я вижу, на которой они станции. О, я на тоже прилетел. Вон, видишь? Я варпну в 50, не хочу я. Ты варпай подальше, потому что ты красный, если Тенга подхватит, то что я с тобой буду делать? Брошу на произвол судьбы и все. Бампать, помню, что ты предлагал. Но слушай, нас просят объяснить, как же мы ищем цели. Ну вот смотрите, мы летим, видим цели на подскане и ищем их. А вообще, на самом деле, можно прокатиться, ну план какой? Прокатиться по синдикату, по системам, где светится локал, это чипы домашние системы, это кемпы и прочие радости жизни, это ганги, ну и... Посмотрите, что же там так подсвечивает локал, он на посте, что ли? Где они? Где они? По-моему, на посте, слушай, сейчас я вот 60%... Баста! Да, короче, забей там посты. Ладно, летим дальше. Надо назвать наш полет назад в будущее. Ой, нет, или как? Полет в один конец. Не-не. Мы же летим так, знаешь, как old school. БКшки как вообще. Летали лет 5 назад, да? Угу. Тихо, не пикай. Я не виноват. Вообще харба красивая, вот что я хочу сказать. Она всегда Похоже такой на Омен, которого взяли так за задницу и вытянули от души. Она всегда такой была. Модель не менялась. На Брутиксы похож на Колобка. Сумасшедшего. А мне нравится, особенно его движки нравятся такие, знаешь, там зеленые какие-то, целая куча. Ну да, вот движков куча, а скорость-то дерьмо. Ну и что? К ФВ залетать точно не будем, у них там дизы. У них там кондоры дамперные. Эти кондоры нас просто аннигилируют. Кстати, когда ищете цели, пользуйтесь такой вещью, как Use Tracking Camera, которая находится у вас под сканером. Вы выбираете, включаете ее, выбираете объект, и чтобы его не искать в спейсе, камера сама наводится сюда. Вы прожмакаете еще раз по скану и сразу увидите, что там. Бист. Че? Ты, кстати, пользуешься этой функцией? Ну, редко, но пользуюсь. Ну, когда мне там, Никогда. Знаешь, я зайду в систему, есть смоловый маяк, не влом его искать, я трекингом его смотрю. И как-то так. Я иногда, помню, захожу такой в систему, такой, ищу гейт, да, там, где-то там 10 ау.
Начинаю крутить всю камеру, никак найти не могу, никак не найти не могу. Так уж 30 секунд еще такой бешено вырубаю эту камеру, сразу ее находит. В таких MRI ситуациях полезная функция. Касательно карты, да, касательно карты, там человек просит объяснить, это все будет в моем стриме, я просто планирую, никак не могу его заснять, именно касательно карты, касательно нулей и так далее и тому подобное. Так что ждите, постараюсь в течение недели это все отснять. Сейчас более такой фановый ролик, просто поболтать и полетать, наверное. А чего там объяснять-то? Там есть функция. Нет, там есть тонкости всякие. Статистика, все. Я так целых 3 года влетал, наверное, по системам. Да до сих пор так летаю. Включаете мапу. Там есть в настройках мапы статистика. Отображаете средний, там, не помню, что-то... Количество активных пилотов в системе за последние 30 минут. По-моему, вот это там. Самое первое. Включаете, у вас сразу на карте засвечиваются точки. Чем жирнее, тем лучше. Ну, для кого? Смотри, для каких целей, конечно. В пределах разумного. Касательно лаймовых нулей, помимо людей в спейсе, можно смотреть люди на станции. Предположим, если в спейсе 2 человека на станции 20, то в такой системе, скорее всего, вам дадут, потому что кто-нибудь там дохнется и захочет вас пострелять. А касательно лоу, да, это чаще именно люди в спейсе. Люди без обуви. Люди без обуви. Ну уж совсем по хардкору можно включить Дотлан Мап, пробить по борту. Не, я такого никогда не делал. Изучить биографию пилота, найти его в реале, не знаю, там. Спросить, где он летает? По ПВП-шить с ним в реале, не знаю. Это самый рифтер. Название стрима переименовать. Смотри, мы летим после ДТ вообще. Никого. Как в пустыне. А тем временем до моих Т2 рейлов осталось 14 минут. Ну как раз перед фоном нули, и так далее, я думал, перефичусь. Так что фон выскочился, да. Не люблю включать Twitch, там этот рандомный стрим включается, раздражает. А зачем тебе Twitch включать? Я смотрю чатик. Я просто сменил название стрима. Было написано, что мы летим через 20-30 минут, и я переименовал, что мы уже летим. Ну ты главное на Европу ныкуй. Да, давно уже. Основные зрители-то у нас там, наверное. Хотя могу ошибаться. На Евру он был подлинкован как чуваки, мне еще 17 прыгов, потом чуваки ворон качает рельсы. Здесь вообще надо в темпе вальса все пролетать быстро. Этот пеникастох тут, там потом Хейдлес. Скарба где-то сканится, чек. Останавливай вар. Кто? Харма. Я. Ты переименовал все-таки? Сальвагер же. Я просто невнимательно. Харба где-то сканится, ищи в харбу. Рядом со мной такая стоит. Где харба? Я думал, ты еще не расколочился. Не. Там же, если, короче, жмакать под скан по деклоку, харба как будто где-то далеко, то есть дистанция не пишется. Угу. Ты где-то там. А слушай, я зашел в паникастах, ты тоже заходишь туда? Да, да. Окей. Тебя там кем? Не, со мной здороваются, слушай. Угу. Варпаем дальше. Некий Дмитрий Иванов, да. И тебе привет, Дмитрий Иванов, давайте. Кальп, здоровый. Дмитрий Иванов from Russia. Мне нравится био этого чувака, она вот очень хорошая био. Там про фуфайку? Нет, там это сейчас.
На Паскане куча говна, это мы летим. Причем это мы летим, это ответ от котенка, что я на Хикканине, а ты? Я закон Хикканин. Да? А кто? Я на... Мы же летим, DMHC, правильно тебе стоит? Короче, я поменял DEST, у меня... Я поставил Prefer Shorter. Но у меня все так же 12 джапов, но через Хикканин. Я не понимаю этот автопилот. Жди. А, ну давай через Хикканин, я там. Я возвращаюсь. Угу. Ну там Баликсы, потом Эксодус. Да Эксодус и все окей, если что, я договорюсь. Пацаны, не стреляйте! Ну, у Эксодусов сейчас в онлайне только Далекэх и еще пара человек, собственно, не страшно. Я помню, чувака ловлю, он такой: чувак, я смотрел твое видео, ну на гриче там, типа, пожалуйста, не убивай, я твой фанат. Я такой: умри, крибас. Но no, I hate you, бопо. Юсанного бич, все дела. Че там, зашел? Да. Поехали. Вот здесь надо быть очень осторожным. Очень-очень? Да. Блин, 23 км, ну пипец, на БКшке 23 км держаться, это жесть. От скрипка... Точнее, ну... И вылететь можно далеко, быстро, сразу, за дисрейндж. И влететь в скребок моментально. Ну, я прям не знаю. Короче, надо напрячь все свои скиллы и навыки. Так, мне осталось 10 минут. Ну, а нам осталось 10 прыгов, так что окей. Долететь бы живыми. Да долетим, наверное. Тут, правда, Тристан уже. Тристан Алёшка. Как думаешь, это опасно? А не, он прошёл, всё в порядке, заходи, Ворон. Я зашёл. Плывем отсюда. Да не, людей нет в системах, всё окей. Ну, мало, мало. Пока 90-у варпаю, пойду за чаем, схожу, а ты расскажи зрителям какую-то историю. Я помолчу и полечу, иди уже за чаем за себя. Конец. Конец, зачем вернулся так быстро? Я вот думаю, да, у Харбингера сверху есть такой туннель, который такое ощущение, что должен открываться, как бы. Сейчас посмотрю. Строго сверху по центру, смотри, там такая щель черная и какие-то задвижки, как бы, которые находятся внутри корпуса. Оттуда вылазит эта межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой. С надписью Russia. Кажется, это отсек для дронов. Он такой габаритный. From СССР еще написано там, да. Или вообще там на Берлин. На самом деле, самое смешное будет, если нам никто не даст. Ну, не знаю, возможно. Хочешь, переименуемся, короче, ты назовешь себя Цина, я себя тоже назову Цина. Да нет, ну это точно не дадут. Не, сейчас что-нибудь дадут, думаю. Устроим дуэль, короче, и пойдем своими делами заниматься в конце. Ты проиграешь. Ну вот. Я буду в класс ставлю. Я уже выиграл. Можем не дуэлиться. Надо тебя, убить заранее, пока у тебя рельс мета и не дамажит. Так, смотри, тут локал. О. Да какой локал, 7 человек, го отсюда. Так, с включенным damage контролом хп моей сарайки составляет 36 тысяч. Блин, у меня 35, вот так нечестно, по-моему. 36,6. Идеал, понял? Хорошо, ты будешь танковать, если что, на передовой.
Я буду прикрываться твоим телом. Вот. А с конфлагов у тебя сколько выдает? Сейчас прыгну в систему, посмотрю. А то зависнет. Да, я могу зависнуть, меня так нехило лагает на самом деле на проходах с стрима. Лагодром такой. Интересует ДПС или дистанция? ДПС на конфлагах. ДПС. 602. Подожди, 602? Да. Чё да. Так мало? Ну, вот такой вот я слабак. Чё-то не ок. На скорчах 500, а на конфлагах 600? На скорчах 430. Ну, у меня два, ну, да, два хитсинка у меня. Один так кончается. Что-то не договариваю. Это антимелочь, все в порядке. Ты не зялот. Ты Харбрингер. Что ты делаешь? Харбрингер оф Батхёрд. Эти локалы потрясающие свои. Ноль. Варпай ручками, я надоел. Надоело под варп тыкать. Долго выбирать надо. Ну, по зазе. Варпай меня, большая черепаха. Большая черепаха в данной ситуации ты все-таки. У меня там на одну секунду агила больше. Ну, кстати, мы реально почти одновременно уходим в варп. Это хорошо. Собрей все равно. Баблом все равно, да? Ты знаешь, ролик, только бы не Сабра думали, мы с Васей, собственно, он-то понял. Знаешь, я на самом деле понял, почему у меня такой ДПС. Я перед тем, как вылететь, закупил МП, но забыл их переставить. Нет, там даже без МП должно быть хорошо, там 500 на скорча. Ну, у меня стоят МП на ракеты. У меня тоже, кстати. Слушай, ну... У меня этот клон для тайфуна. А, ну все в порядке, у нас явно хардкорный вылет без бонусов с импами на ракеты и вообще. Говорил, дрейки два возьмем. Да нафиг эти дрейки, это вообще ужас. Так не по-пацански. Зафитим раньше каждой подсынки в офлайне. Шутки только про дрейки были. Ну, шутки до сих пор про них есть. Теперь есть, ну, шутка про Нави Дрейк, который вообще бесполезен. Да, для тех, кто нас смотрит, дорогие телезрители, если стрим пройдет более-менее успешно, то есть мы что-нибудь все-таки убьем, то, возможно, мы сделаем стрим на Нави Харбе и Нави Брутиксе. Они будут потолще, поагильнее, побыстрее, с хорошим трекингом, в общем. Возможно, они взлетят. На борду. На борду. Исуси, БКшки. Так и назовем стрим. Исуси, БКшки. Энью прошел. Да, думаю, нет, нас мало интересует. Энью на гайке, по-моему. Мне кажется, он на... А, на Вайсе он быть не может. Нет. Слушай, если он был тем, почему бы его не попробовать? Как ты его поймаешь? Слушай, стой. Хорошо, давай убьем Энди, окей, фейс, ЖПГ. Сканится где-то в центре. Не, не в центре. Форн полетели, это Энди. Он сканится. А, в четвертых объектах, там два блока. Это Энди. За Энди. Слушай, мне нужна твоя помощь, потому что. Я варпаю во второй, окей, фейс. Если он схватит тебя за жопу, так и быть, я вернусь и спасу тебя. Он пропал. Ну, пропал, я отменяю варп, идти сам, я пошел дальше. Подожди меня. Нет. Я в агозе поищу Энди. Дилокал здесь 8, и есть вилатор на подскане, буду искать вилатор. У меня... Ой, блять. Тихо, МВД выключи. У меня на подскане, короче, рапиры и бобры. А я на МПД топлю, надеюсь, сейчас они из варпа не выскочат. Да ты же желтый. Они приварпывают. Я желтый, точно? Не знаю, ты же сам говорил.
Ну, что сделать-то? Что сделать-то? Что нет, делать? Док, они проходят! Я перефичивать-то два рейла. Хорошо, так. Хорошо, я на инсту падаю, может. Но они прошли к тебе, на самом деле. Осторожней там. Мне нравится фраза «я падаю на инсту». А в такой ситуации... Ух ты, у них еще танга бонусная, походу. Или да, это да, да. Нет, это не их танга, она с ними прям летит. Короче, может с ним зарубиться, а? Да. Если попросту. Они захотят нас. Ну ты шутишь. Захотят, тихо, не по тот и я не вижу, куда это... Фрарин или Интаки, как думаешь? Интаки или Фрарин. Хорошо, я на Фрарин. Я тоже. Так. Но чтобы драться с ними где-то, нужно их куда-нибудь выбросить. Они должны нас искать, а не мы их. По-моему, они не особо нас хотят. Они просто меня не видят, красного, красивого. Все, нашел, куда ведет Фрарин. Красного они не видят. А где ты вообще? А ты перефичиваешься. Перефичиваю ты два раза. Они, по-моему, выходят из системы. Сейчас я попытаюсь под сканом захватить что-нибудь. Рапира, Тенга, захватываю под сканом, но они уже проходят. То есть они мало интересуются нами вообще, так что летим дальше. Ладно. Мне 48 АУ, да, Агоза. Пять секунд до трансформации. Давай. Сейчас сравним, кстати, сколько ДПС. О. Готово. Спецуха в один выучена. Да. В конце вылета в двойку прокачаешь. Если от Т2 пушками стреляют, если я стреляю антиматерии с Т2 пушек, то спецуха хоть пятый, хоть первого, без разницы. Не, это понятно, конечно. А так, в принципе, надо бы в четверку минимум, можно и в пятерку. Но в пятерку я буду вкачивать спецухи, когда у меня там перевалит за 100 лямов СП. Не знаю, я думал вкачать спецухи, короче, начал качать себе Т2 Сидж. Ну вот, кстати, я вкачал уже, по-моему, все. Зачем он мне только, правда, не знаю. Можно так. Пороминить по ВХшке, Кар, Дред и Локи. Дес, давай, а то мне что-то это... Закончился он. А, подожди, а он что, у меня слетел? А, вот, все, заново поставил. Да он там какой-то это, анимация странная. Ты в Агозе? Да, я в разгоне на Стингеле, здесь локал дерьмо. Заходя в перегреве уже 750 ДПС на антиматерии, вот это я понимаю. Главное попасть. Да, без проблем. Прикол в том, что, например, на Талосе есть еще такой параметр, сигнатура, что-то там... Пушек. Резолюшн, что там, в общем, ну я понял, да, о чем-то, да, то есть... В общем, она там 400, а у Метрейлов 200, это тоже влияет на шанс попадания. Так что... Ну, попадать буду даже, может быть, где-то лучше. Тобой фрегат тихо убирают в сторонке. Фриги, да, то есть я, когда топлю на Талосе, за мной топят фриги, я могу по ним подать и не сколько из-за трекинга, а сколько из-за этой сигнатуры. Тут же, например, мне трекинга будет так же хватать, сигнатуры будет еще меньше. В итоге будут вылетать по полной. Варпаем. Так, сейчас посмотрим на Джавелине, что у нас получается. Итак, Джавелин заряжен, оптимал. 10 км, скрамбл рейндж, дамаг. Увеличился вообще незначительно. То есть у меня... Наверное, увеличился, потому что 200-ю рельсу снял. Не-не-не, у меня же спецуха в первый левел, поэтому да, и смысла даже нету, короче, между Джавелинами и антиматерией. Джавелины, они шоколазовые, там оптимала нет. Да, я думал, ну дамага больше. Вот, трекинга еще больше, кстати говоря. 10 ДПС всего лишь разница, то есть между антиматерией. Поэтому нет смысла. Так, ну вот мы пробежали. Джавелины обычно используются вообще тогда, когда тебя заскрамбили, но когда тебя заскрамбили, ты в принципе даже с них не будешь попадать.
Ну, смотря кто меня заскрамбил, может, я там... Не, ну если батл, то окей, да. Батл, БКшка. БКшка я буду... Да, начинаю искать цели потихонечку. Но 6 мы не полетим, там эти ребята по двумя бонусниками, думаю, не сегодня. Ну, ну давай полетим, если... Подальше лучше, не такие это наркоманы. А там есть прям в соседней системе забавные ребята. Сейчас посмотрите, у них в станции будут доки. Да, там что-то есть. Дес будет из двух систем стоять, не провтыкай это. Не понял, что? Дес? Из двух систем, то есть смотри, ставишь первую и add waypoint вторую. А, понял. Чтобы облететь это 6C. 6C, короче, как бы... Да, облетаем. В игнор. Подожди, нам надо в какую сначала дес? Сначала Е за последний дес, то есть сначала мы летим 8G и из него в Езу. А, вот так. Ага. 4 прыга у меня отсюда. Ну, 5 для последней системы, если вот add waypointить. Не, подожди, я поставил DS до 8G, а потом я DD waypoint Aza. Да-да-да, у тебя получается 5 прыгов. Короче, я буду для сквадварпов, все будет окей. Понял. Кстати говоря, сквадварпов тут, если у тебя есть обзорка гита, у меня на этом чаре почти нету обзорок, но что-то есть, какие-то есть обзорки. Я понял. Кстати, приколись, у меня на спайке оптимал 77 километров. Все фальконы твои. И рапиры, кстати, тоже. Кстати говоря, я летал на рейла... Ты трекинг спайков, смотри, там рыдать охота. Чё-чё? Трекинг спайков, посмотри, он... Если я стреляю на 70 км, то там трекинг... Не, это понятно, да-да-да. Вот, а... ДПС там 350 с пушек. В принципе, на какой-нибудь рапире картонной может и хватить. Ну, чтобы согнать по-быстрому, пока там, допустим, кирпичи за нами топят. Локал один. Ну, прямую, да? Ну, давай в разгон вместе на шоссе встаем, да напрямую прыгаем, да. Да я сразу в горбу. Окей. Да, ты чуток пораньше в горбу будешь. Ага. Умрёшь первым. Спасибо. На самом деле синдикат только просыпается сейчас. Вот это вот как такой небольшой минус, но может чуть найдем. Синдикат просыпается. Синдикат просыпается, да. Мафия засыпает. Синдикат просыпается. Время мирных жителей. Бисты мафия. Играл в мафию? В смысле, какую именно? В компьютерную игру или ты про реальную жизнь? Ты не знаешь такую игру мафию? Не, я знаю такую компьютерную игру. Нет, есть компьютерная. Ирл знаю, ну, да, да, да. Настоящая мафия это вообще не то, есть просто игра мафия. Ну то да. Есть, там, когда сидишь и психологически ну, да. Типа... Психологически давишь под пипешной игрой, да, ну, да. Просто собираемся и играем во всякие настольные игры. А я видел, там кубики какие-то собирали, небоскребы. Ну, у нас не только кубики есть, да. Ну, кубики классные, мне очень нравится башенка. Прикольно. Башенка. Приезжай, топик уже пошел. Поиграем. У меня руки кривые, я, наверное, не смогу. У меня клешни вместо рук. Тишина и покой в нулях. Не знаю, мне симпатизирует синдикат, он такой спокойный, нет никаких уберкемпов, есть ПВП, в принципе, можно расслабиться и кататься. Так что всем советую, вот особенно новичкам, советую синдикат. Дропай ручками, я уже варпнул. Ок. Ты только не улетай вперед сильно. Ну, это понятно, да, я тоже очень боюсь летать, так что я жду тебя. Лол. Уже 16:28. Я типа должен был через полчаса уже уйти, ну ладно. Поскольку мы только начали. Твои рельсы виноваты во всем. Я продлю. На часик, наверное. Зачем спортзал, качай пальцы правой руки? Почему только правой? Давай мы упустим эту тему, 8G заходим.
Что-то уже личный, из личного архива пошло. Я пошел. Локалы потрясающие, слушай. Ноль везде. Да, то, что надо для стрима. Мы просто как партизаны сейчас пробираемся пока. Все спят. Потом встанем и как этот троянский конь всех погубим. Окей. Трое пойдет. Ты Ахиллес, а я твоя плита. Там не было плиты, там была пята. О боже мой. Надеюсь, нас видит чем-нибудь. 1600. Да, 1600-я плита и Ахиллес. В общем, надо найти цели, потому что мы начинаем нести какую-то чушь адовую. Так все правильно. Чтобы был какой-то интерес у зрителей. Даже если у нас сейчас в данный момент никакого экшена в PvP нет. Мы только идем, как следователи, бороздим просторы. Вот чтобы послушать такое, космоса. Можно включить первый канал новости, и там примерно вот в этом же стиле что рассказывают. Ну, блин, не знаю, там Путин, то Путин, это. Локал 8! Россия вперед! Факел погас. Кстати, видел новый? Оу! Разгоняемся на станцию бродкасте, смотри, вместе. Сейчас ларпнет, там они с мобилами бывают кемпят. Ну, конечно, маловато. Ты в разгоне? Нет, я только станцию нашел, а уже сейчас в разгоне. Готов к смерти. У нас Дарани спился на подскане. Run away! Help me! Тарараранис называется. О, смотри! Ого! Это то, что надо. Трэш на трэш. Ну смотри, они часто андокают всякие флаконы. То есть будь осторожен. Окей, командор. Так, стоп. Что-то они не здесь. Ну, тут есть. Ой, да, я перепутал станцию, слушай, они на Матарской живут. Ты вышел из варпа? Да, да, вон уже разгоняюсь туда. На оптимал, да? Да я 20 нас бросил. Зачем оптимал, испугаются? Ладно. Для оптимал для слабаков. Только топоры. Ага, на рельсах. Это такие изящные топоры. Как меч самурая, короче. Трактор Дим и Сальвагер спешат на помощь. Да. Ну, о, они тут, смотри. Они в док-рейнже, кстати, я не знаю, что с ними делать. Подожди, может они сейчас это... Я лочу их. Сейчас начнут они... заклить. А, агра от Хурика, лол! Вот так я. Мы топим в сторону дока, это то есть их андок, но нужно протопиться к нему. Слушай, у меня что-то дамажит, нартовый что ли? Слушай, по мне нехилый дамаг идет, убей его нахер. Каракал. Я к нему таплю еще. Что, я почти на пол шилда, лол? Там еще мобилы и пучи. Ой, бля, мне больно. Что, я ты, если что... разворачиваться. Уходи, да. Блин, надо тебя добавить в ватчлист. Но я пока... Нихера, я его даже не держу, потому что он очень далеко. Все, он варпал. Нас почти нагнул этот. Артихурик, что ли, да? Да. Видишь, как больно было? Я удивлен, что он тогда может. Ну, я тебе говорил. Я маленько оттоплюсь, мне починиться. Я тут грелся, типа, короче. Я вообще хочу выйти куда-нибудь в Белл. Не, ну... Нет, такой кирпич. Жесть. А топи, ты прям на андоке у них стоишь, слышь? Да, я вижу. Но это же Миноматарская станция, я могу дохнуться. Ну, в агре нет. У меня уже 30 секунд. Я в разгоне, кстати, набыл. Слушай, надо починиться, наверное. Я сейчас, наверное, стоплюсь к станции. Давай. Если ничего не андокнется, лол. Ну смотри, да, я же тебе говорил, что Артихурик, он крутой все-таки. То есть он почти ушатал меня. Да ладно, я такой же потом, как ты. У тебя уже весь шилд откачался или что-то у меня ватчлист тормозит? Ну да, я с 30% уже выкачался. Я только починюсь. А, еще в агре. Я сам починюсь.
Блин, он просто взял и оттопил от меня, никогда от меня еще так нагло не уходили. Просто взяли и оттопили. Я догнать не могу. Я в теории мы ему ничего не сделать не можем. У нас ни сеток, ни скрипов, он просто вытапливает, если что. Ну, причем он тонкий, мы можем просто дамагом его пробить, он на этом закончится. Я с 50 антиматерии, ну вообще его, короче, не царапал. Что, не перезарядился? Это перезарядка 5 секунд. В сторону скотча. На чё? На иридиум. Ну, в следующий раз... Ну, я его не взял. В следующий раз заряжу... Как его, спайк там? Да-да-да, спайк. Подожди, вдруг он сагрит. Ой, лол, смотри. Он, наверное, в докрейнже. Он не в докрейнже, думаешь? Не знаю. В докрейнже. А, давай-ка оттопим нафиг этого андока как-нибудь. Давай. Вон туда, давай на гайку. Не туда топишь. На 6С. А, блин, оттуда же приходят, да? Викинги. Аго на 6С, там же... Ой-ой-ой. Да я вытаплю. Только в клазе не агрись на него. Я в 20. Он меня лочит, он... Ой, ага, на мне сетка, на мне сетка, на мне сетка. Я пытаюсь вытопить, если не смогу, то докнуть. Давай. Я могу его бампнуть. Не-не-не, он в агре. Он топит ко мне, скоро будет скребок, наверное. Он дягрится. Дамаш его тут. Угу. Только выйди из клоз рейнджа. Да-да-да, вышел. Погреемся, что ли? Не, не продавим, ему близко, с рекой он толстый. Почему? Давай погреемся, говорю, пушки. Да толстый, он забей. Я уже грею, слышу, у него уже пол армора. Ты чё? Окей. Давай жги, может ты конфлагами его попилишь? Не хочу падать в клоз, там может что-нибудь андокнуться, и я останусь здесь жить. Бабаха. Может ее переедем? Она сагрится. Она на мяч будет агриться. Она на меня в агре. Она меня джамит. Надо брутикс попробовать добить. Он не добьется. Элитная ПВП. Сука, отъебись от меня, хоть меня джамить. Ну да, мы бы, наверное, не отбили все равно. Он в мобилке. А, нет, не в мобилке. Да нас ябывает уже панически, блядь. Ладно, сейчас я, короче, на андоке вообще на таких кирпичах лучше не драться, надо выводить их, это на планеты. Угу, на солнце можно, на солнце удобно вытаскивать. Быть он снова андокнулся, пошел нахер. Да пошел, черт. Пошли в Белт, его попробуем вывести. На солнце, давай на солнце. А подожди, есть бельт за станцией, вот прям за станцией, ну, бельт, смотри. Я и говорю. Марпаю в 30. Сюда. И сухий брутикс. Но он не двинется с сундока, у него там своя ПВП. Ну ладно, не двинется. Сейчас пересядет на что-нибудь. У него же есть этот, как его, Blackbird. Ну, короче, пока это дестик, нарисуй новенький. Угу. Привар, поздвинься. Это когда сдурится. О, Оман, отлично. Самое оно. Я в сторону солнышко сдвинусь. Нам бы на Blackbird джамдронов набросить хотя бы. Пропал Брутикс. Мы кайтинг тим. Кайтинг на кирпичах. Мы откатить-то не можем ничего, блин, найти. Ну, господи. Кайтинг тим, блять. Может, он просто без проп модуля, поэтому мы кайтинг тим. На сколько он тебя кинул сетку? 13. Ну это гретая сетка была. Ну это, блин, да. Я думаю, у него даже фракционная стоит. Нет, какая фракционная, там с 11 начиналась, на 12 свалилась. Ага. Так, Дест Зе Зи. Да, Зно Дест. Провинция Зи ЭПО. Чина. Ну, мне кажется, они все, то есть у них ПВП закончилось, цели неубиваемые и пиздец, будут всякие станции. Блин, не будем задерживаться, поэтому полетим дальше. Да, варпаем на джая штука.
Ратамома надокнулся, но, в принципе... Ну, с другой стороны, они, может, за нами в погоню кинуться. Если что, мы к ним просто вернемся через пару минут буквально. В погоне? Нет, зачем им возвращаться, если они за нами в погоне кинутся? Ну, если не кинутся. А ты заметил, что ты дронов не выпускал на него? Выпустил. Да? Ну, не сразу просто, но выпустил. Кайтинг Тим, боже мой, я не знаю, надо летать без проп-модуля, чтобы тебя не обзывали Кайтинг Тим. Ну говорю, раньше вообще так любили все обзываться наногейми в локале, там, во времена фафанов, ну когда русских в лосе, галдарских было. Короче, все, что летает быстрее тебя хоть на 10 метров в секунду, называется уже наногейм. Так что это нормальное явление. Тут и Терон есть на подскане, и комбат-сканер проба, слушай. Ой, разгон на ПЦ-9. Я нас варпаю туда. Давай. Ну блин, я конечно прочувствовал эту кирпичную агилу, когда я с горем пополам разворачивался от хурика. Вот да, я тоже. Но сломать наш кайт, блин, это прочь в одну сторону, потом в другую резко, оп, и все, под скрамбом. Ну просто можно опрочить на перегреве и все сломано уже. Вот реально, дуэль с Мирмидоном, да, допустим, я... Не, ну у меня так дрон... Короче, дуэль, допустим, моя дуэль с Клазовым Рутиксом, да, то есть он, например, топит от меня, и потом, ну то есть он не должен у меня выйти из дизрейнджа, то есть я должен держаться все время 20 км, а потом он... Если я допущу ошибку в кайтинге, то есть там не замечу, как он разворачивается, то все, я считаю, под скрипком оказываюсь, я не успею. Такие дела. Варпаем по кайте. Не знаю, просто я думал, что люди не дают по той причине, что, ну знаешь, мы там под бонусами кайтим, а когда не дают харбе, которая топит 1300, потому что на кайте это, по-моему, уже все. Я не знаю, давай, блин, АБ поставим в БКшки, может нам дадут. Скрамбл. Будем катить скрам. Скрамбл рейндж. Да, скрам рейндж будем катить. Наверное, мобила стоит на самом деле адекватно, у нас тут нет. Ну, нет мобилы. Нет. Не сканится. Угу. Люди больные какие-то там. Все, что летает больше 1000, это на ноге и он кайтит. Нет, все, что летает быстрее тебя, можно обозвать наногейм, короче. То есть, если ты без проп-мода, то... Да, если ты вообще стоишь. Тебя кайтит. Ну, Протеус, вот есть иногда ганки АБ Протеусов, да? Короче, ну, что ты если на МВД, ты уже, считай, кайтинг и нуб, и гей, и вообще фу-фу-фу. Слабак, не можешь клос прийти, типа того. Следующая стадия, короче, мы создадим 2-3 реальных чара, качаем Т1 крузак в единичку и полетим кайтить, мне кажется. Не дадут. Ты помнишь, я стебался в процессе нашего путешествия по лову, что будет забавно, если нам никто не даст? Угу. Слушай, давай я сейчас один пройду на всякий случай, что если там локал маленький, так, то... какая разница? Да? Ну, го, окей. Ну чё, блин? Всё, мы смертники. Да не, я к тому, что один бы происходил локал... О, локал... Домик, Найтхавк, Троттлснейк, Дрейк. Да вижу, может не перечислять. Давай искать. Мне кажется, аномалий... Так, сейчас я... Ищи по станкам, я попытаюсь в космосе... Аномалий-то нету. Да? Вообще ни одной, да. Проблема-то. Да, по станкам надо искать, наверное. Не миски что ли делать? Черт их знает, здесь разные наркоманы бывают. Потому что их нет на станции, продолжаю их искать. Да. Я не нашел их на объектах, они где-то в космосе. Комбат-торбок-то нету, один фиг. Воу. А? Комбат-торбок-то нету у нас. Конечно нет. Да нас убил, мы даже не убьем их вот этим говничным. Ну да. На котором мы сидим. Даже крабы нас аннигилируют. Ну блин, рад. О, вверху нашел, вверху нашел. Там они делают, короче, плекс. Ноктис. Окей, давай варпнем на станцию, которая 7.1 АУ. Я сейчас поставлю Expanded Probe Launcher в продаже в этой системе, если что, спугнем их нафиг. Давай еще пробки купим за бугли. А, нету, короче, нету. Давай постоим маленьким, может они там... Испугаются. Да.
лучше в мойный штар полетели. Сейчас бы убили Хурик. Хотя не, он бы не согрел. Смотри, они нам пишут, нам типа, о, трактор Бимус, Левагер, отлично. Слушай, а давай им дадим флот, а? О, Rattlesnake уже тут, смотри. Они уже летят, блядь. О, кстати, нас порвет только так. Ну да. Нам он нас не очень интересует. Это неожиданно, блин. Понял, что я приварпал в ноль к станции, мы еще и около андока. Максимум. Объект в Алане, давай туда маленько выстрелим. Я вон сейчас буду стрелять в этот Rattlesnake. Спайком. Давай. Снайпер сет. Это мы зря показываем, что мы кайтим. Хотя бы не понятно. Какой кайтим, мы стреляем. Скорость. Я не достреливаю до него, что думаю, он не особо понимает, что я что-то кайчу в этой игре. Вообще думаешь, что происходит? 224. Сейчас он в центре вытащит, и ты будешь убегать. Если успею. 275. Смотрите, чет, кстати, неплохо. Ну да, целых сколько там? 7% шелды мы сняли. Не, ну на андоке, конечно, блин, мочи не мочи. Если мы в болте поймали его. Самое смешное, если у него нет растяжек, он активный, и мы такие, о, течет. Кстати, я видел как-то ПВП чувака на Ратле, он, короче, был. Ну, вообще у Ратла пассивный так очень большой. Очень большой. Он был активным. У чуваки, короче, его били, а потом хоп, подкачался за 4 цикла, за 3 цикла, что ли. Он такие, нифига себе. Мне кажется, он как-то не особо что-то делает. Я могу отбампать от. Нет, не надо, не надо, не надо. Да он крабский. Ты с чего ты это взял? Короче, я антиматерию заряжаю. Подожди. Он торпедный, но ты можешь адово вести. Будешь бампать? Да, подожди. Скажешь, когда будешь готов. А, ну все. План капкан не сработал. Он раскусил. Перекусило, да, у него. Либо раскусил, либо перекусило. Он пишет лол, смотри, он пишет лол, типа, то ли мы его не пробили, то ли я не знаю. Он пишет мой план, это, раскрыть. Знаешь, кто это? Это, помнишь, мы Равина убили на андоке? Это они. Да, если у них память хорошая, то они могут запомнить. У раков плохая память. Они только запоминают, как проходить плекс аномалии. Ну там ты видишь, где дырка андока, да? Там осторожнее относительно нее. Дырка андока. Еще что-нибудь выскочит. Юркая и быстрая. Я как антимелочь просто не смогу сработать, потому что даже относительно цели выставиться не могу. Повернуться даже. Да, для отварпа. Я одно скажу, что когда мы снова сядем на Иштар, они будут казаться нам малюсенькими фрегатами. Шины и сверх апокалипсиса. Адовый. Я, короче, я пока поищу еще что-нибудь, потому что это какое-то вообще. Тут крабят, там не андокуется. Торнадо где-то. Кто? Слушай, я вот не знаю, кто быстрее умрет, торнадо или я. Ну, вот от нас двоих. Ну, если на вклос нам придет, то оно быстрее сдохнет. Ну, допустим, если. Ну можно джамдронов по хардкору кинуть. Да пока не долетят, мы уже кончимся. Не, говорю, если она в класс придет, мы просто кинем джамдронов и аннигилируем. Дрейк летит на станцию, все в порядке, в станцию не лезь только, ладно, там. Ну, на дистанции находись. Ладно. Они дальше станции не уйдут, наверное. Ну, посмотрим. Сейчас, знаешь, какой-то торнадо прилетит, который пукает там со стаи и будет нам портить жизнь. Жизнь, боль. Надо поискать их вообще бы. Они на другом андоке, скорее всего, в каком-то андокнулись. Они вот на этой станции в бродкасте. Го, может, на нее? Так, че? Где бродкастер? Разгоняйся. Да я вижу. Давай просто только на. Я разгонюсь сам. Ну, блин, с другой стороны, варпнем на дистанцию к лазому торнадо. Давай на десятку. Да, не знаю, десятку. Окей, все, прыгнул. Варпай, у тебя сквадвар. Почему на десятку? Ну потому что приходить к лонговому торнадо. Прям перед дыркой андока пролетим и оп, все. Ну, все может быть. Стрим из овер. Отжамим.
Давай, мы же должны показать, что ПВП на БКшках возможно. Без ну да, мы уже показали, чуть об хурик не сдохли. Значит, начинайте покайтить. Ну, типа это да тоже. Хоп-хоп-хоп. Она ртовая. Давай попробуем. Докнулась, блять, боже мой. Какой альфануть, у нее там уже кнопка сработала. Осторожнее относительно дока. Да блин, бист, я так. Такой кирпич, меня ничего не спасет. Вот я вот вижу, что я не успею ничего. Даже среагирую в нужную секунду. Я садюсь, скорее всего. Это просто адский кирпич. Без бонусов на гирите. Давай хоть Дрейка побьем. Угу. Получай. Галдарское отродье. Жопу танковая. Получай дис. Да не дись его, Миша, левая скорость. Не лезь просто в класс на дис, зачем? Ладно. Посмотри, вот люди, имея Rattlesnake, Торнадо и Дрейк, блять, вот у них даже перекусить не может там стрельнуть по нам. Это вот, по-моему, вообще пипец. А вдруг ганг за... Вот, давай-то двигаемся в сторону, да, потому что он не очень нам приятен. Вон планета по сторону Андока прям. Они не отварпают. А, ну есть, и сзади нас планета, прям вот сзади нас. Я и говорю. Ага, давай Бельт лучше, он как-то более показателен. Да я не буду, не собираюсь тварпать, если он сагрится, мы прямо не, я здесь понимаю. На Андоке. А, ты хочешь его на Андоке ланивелировать? Ну, это плексовые найтхавки, то есть они прям из аномальки вылезли, они прям в жопень подкованы. Что там? Перефитил, он дис поставил, да, типа? Ну да, кстати, нормально тогда. Блин, я зараньше уваливаюсь от Дрейка. А, ну он докается. Давай найтхавка загоним. Да ну блин, у меня патрон не бесконечный. А, ну я постреляю на бесконечных. О, слушай, я по нему хорошо дамажу. Он активный, наверное, да? Хрен его знает. Слушай, очень хорошо дамажу. Я на него натоплю, но не буду агриться. Вдруг он сагрится. Агру следи, пожалуйста, ладно, свой. То есть у тебя пока висит таймер агрессии. На пол 30 секунд, не бьют они. И ты видишь, ты андокнешься, и ты вытопить из-под них, наверное, не сможешь. Посмотрим. Ну от варпы там же, смотри, направление брал сразу, потому что не сыт. Ну, в принципе, да. Боже. Давай, Найтхалк, сагрись на меня. Бомпай его нахер. Да тут не из... Ну не выбомпай его из-за зарения. Не, я понимаю, просто бамп не показательный его так. Дрейк фанически докнулся, слушай. Не, он не агрится. Страшно. Все, нахлос. Страшно. Что это за дерьмо вообще? Да они крибасы просто. Ну, они крабят и просто веселятся. В синдикате нет смысла крабить. Ну, о, готовься! Пошли на... Не, я просто лог. Если он сагрится, в перегрев его ёбнем. Разменяем хуги на два этих говна он и... Он уже куда-то разгоняется, он сейчас варпает на... Я вижу, он варпает, да, куда-то. Осторожнее, пожалуйста, ладно? Не агресс на него пока что. Бокается, что ли? А, не... На солнце, на солнце? Походу. Или на гайку? На XP, по-моему, на XP. Хорошо, я варпаю в ноль? Давай в ноль прыгнем. Давай. Иди сюда, хугинище. Я еще варп, похоже, имею в виду. Я его сам убью. Соло. Ну, хугин толстый, может байк. Быть. А? Слушай, давай, наверное... Мы попытаемся его сразу отжамить, чтобы двигаться относительно него. Лучше, мне кажется, боевых кинуть дрожь, чтобы он умер максимально. Ну как? У меня Варриор, они не особо блестят. Да, он на гайке, и он прошел туда. Деймос на подскане еще есть, смотри. Осторожней. Это как бы не очень приятно для нас. Давай, как раз надо быстро убить Хугин. Я завалился. Давай, я тоже прыгаю. Готовлюсь сразу опорочить Хугин. Ух ты. Он уже отопил на оптимал. Не опрочь только, бля, кому. Блять, надо вот так. Что это вообще? Ты подскан досмотрел? Протеусы, блять, летят, не? Протеусов не было, но я уже. Ну чё? Ну чё, Протеус! Джалдронов, давай! Пытаюсь пока вытопить. Я пытаюсь убить Хугина. И шкур топит на тебя, осторожнее. Да он меня уже подпоинтили. О, я без капы. А Хорнетов чего? На... О, ты и шкуру мочишь. Я его подпончу. Я без капы. Прот на нас топит. Я и шкур херово бью, на самом деле.
Весп я кинул на прота, точнее хорнетов, а ты на... Хорошо, я тоже пока на прота кину, наверное. На Хугина, на Хугина. А и шкуру бей. Если получится, то я могу уйти. Так, с Протеуса упал поинт, он в джаме, походу. Да, надо, чтобы с Хугина. И шкура. Сейчас со шкурки ушел упал. Варп, кто праймер? Ушел варп. А, ушел окей, варп. Лол, и. Убегай! Ран! На мне сетки от Хугина. Мне куча говнища. Возвращаюсь на оптимал. Я в дампе, все, короче, я минус. Блин, у тебя хп-то есть, сейчас это. Джамп дронов раскинь. Протеус ушел пока в джам. Я не могу кидать джамп дронов, я в дампе от Аразу, не возвращайся лучше. Ну я уже в варпе. Вижу. Ой, как далеко. Ну я бью Хугина, он сейчас будет вытаплить из-под меня. На мне сетки только от Хугина, сейчас я выпаду из-под сеток. Давай. Выпал из-под сеток. Объектов нет по курсу, то есть я, блядь, лечу в жопу в полную. Хугин уже, блин, я в дампе. Пытаюсь Хугина перехватить. Ну я под дизами один хер. Ну я вижу, у тебя шелда заканчивается. Я под скрипком от прота. Блять. Я даже залучить никого не могу. Я даже в джаме. Ну говорю, взяли бы Иштар, сейчас бы их всех здесь оставили, кстати. Короче, у меня лог задамплен на оварду хуя. Все, я под поинтом. Бью этот. Сейчас Хугина добью, наверное. Да, сейчас Хугина. Деймоса добью на хуле. А, Деймоса? Окей, понял. Нет, Деймоса не залочу. Я в джаме. Я в дампе, я в сетках, я в джаме, я в нейтрах. Деймос на хуле. И Деймос нахуе. О боже мой. Ну, тернокап слов, можно возвращаться. Да, все. БКшки не летают, окей. Блять. Мы вам покажем, как летают олдскульные БКшки в соло. ГФ. Никак, не летают. Даже не в соло, а в ганке. Не летают. О боже мой. Че, ты че, сейчас уходишь, не уходишь? Ну, блин, ну. Могу еще минут 15 побыть. А, ну года, все, до года хайсека. До любой хайсека. Да МХЦ выскочим, там не было сабры. 6С может быть сабра. Да похер мне уже, пускай сливают. Не, я разгинали шнейки, ну и штари. И сделаю с ним шницель какой-нибудь. Ну ладно, Дест дай мне, а то я... МХЦ Дест, в ПЦ будет мобила на затяг, придется ревартничать или что-нибудь. Ого, а там станция, по-моему, есть. Ну вот, собственно говоря, смысл, да, то есть, вот вы летаете без бонусника, вы не знаете, что нигде, вот там цель по варпу туда, ну и вы туда проходите, а там хоп, уже и шкур, домик. Это, кстати, еще не самый раскат, они еще подварпывали. Они, видимо, не ожидали, что мы сразу варпим, и готовились. То есть, один домик только нас может убить, например, да? Мы еще и шкур, по-моему, слили, я помню, шкур слили. На Иисусе и магии я выпал на конце шелда. Каким-то богом слетел поинт с Протеуса. Он, по-моему, скинул поинт, потому что он меня в блоке держал. А, у тебя что ли килы шкуры или отварпал вообще, посмотри. И шкуру я поинтил, ты его добил, и тогда я отварпал. У тебя и шкура и килл хоть есть, у нас у меня нет. О, варпай на меня варпай. Варпай. Нет килла и шкура. Посмотри на себя. У меня тоже не может быть. Ну, шкура. Посмотри внимательно. Ты варпал на меня? У меня нет килла и шкура.
значит все еще гораздо хуже. Даже и шкур мы не убили. Ну, короче, Араза задамбала мою букашку так, что я не мог залочить даже в ультра. Ну да, я демос на 14 лочил. Я подлетел к Хугину, короче, только в 5 километрах начал его лочить, не покатить. Дроны бы, кстати, нам... Ну, если бы мы на штарах были бы, мы, в принципе, сейчас это очень даже затянули бы. То есть выбросили бы дронов, ведь эта шкур бы сразу улетел бы на борду. Араза, Хугин, все это полетел бы только так, как орешки. БКшки мало того, что кирпичные. Бис, ты уже прошел в G? Да я уже просто напрямую там сиганул. А-а-а. А это все, еще не армор. Все так радужно начиналось. Так, о, боже мой. Кто-то там говорил, если это взлетит, полетим на Иисусе их БКшки. Нет, в жопу Иисусе БКшки, да. Еще деньги тратить. Ладно. Это ну это пиздец, вот по-моему, блять, вот на 2 быка насумонить такую блобину, это какая-то жесть, по-моему. Ну ладно, не суть. Но наркоманы. Цель выиграть любой ценой, они выиграли, в принципе. Так, мой слив обошелся в 100 лямов. Ну, ладно. Мой также, наверное. Почти полуштара, кстати. Полхула и штара. Практически, знаешь, слив практически. Ну в первом же бою нормально получился слив. А у меня 98. Ха-ха-ха. У меня 94, я просто округлил. Ты козел. Ну да, ладно, доболтаем. Сейчас выскочим в лоусеки, тогда я, наверное, рубану стрим. Собственно. Да. Мишин ни разу не комплит и. БКшки потрачено. Я думал, почему я не умер от домика, а у него Т1 корды. Они, наверное, даже не достреливали до меня. А, там еще ББХ была, Араза, Удин. То есть не хватало курсы, ибо это полный комплект иконов. Двойная сила, о боже мой, это было феерично. Протеус один чего стоит с длинным скрипком. Ну, на самом деле, я скажу такую штуку, что летать на БКшках можно, но, блядь, это, весь полет у вас будет происходить, вы, то есть, будете летать в поисках двух целей, с которыми можете задраться, а все-таки проще летать на тех шипах, которые могут драться вот с первым попавшимся ганком. Будь, допустим, мы на Иштарах даже без бонусов мы могли, в принципе, спокойно с этим драться. А если бы еще сейчас бы стояла новая... варп, вот эта фигня, короче, ну, скорость варпа изменена, то мы вообще летали по системам, ловили бы эти хугины, эти бы шабы долго выходили из варпа. Печаль, беда. Я не могу просто, это вот настолько... Я захожу, тут хугин, просто ты локал-то видел, что там он вырос настолько? Я видел и шкур, и домик, все, больше ничего не было. Потом при варпах уже Протеус появился, вот. Я думал, ты сможешь уварпать из-под них. То есть они как на бы. На самом деле я мог уварпать, но я решил подраться. Ну ты наркоман, блин. Нахрен ты дрался, надо было сваливать уже. И уже тебя был. Спасал. Я же спасе, надо было тоже ставить там, не знаю. Умрем вместе, какая разница. Че бы там, я сейчас ты бы сдох, я бы такой на храбе. Окей, я посередине 0 секов, давай пароль меню. Не, ну я бы тоже, кстати, я варпнул. Мог бы не варпать, кстати, но варпнул, потому что все равно один не полечу никуда. Я через обзорку. У меня нет обзорки, я, короче, через рандомный объект пытаюсь через солнце на харауле вывестись. А у меня есть. О, ну ладно, я так варпну. Подожди меня тогда сейчас. Слушай, у нас ганг какой-то заходит. Че, покайтим их? Покайтим. Начинаю. Кайтинг. Кайтинг тим. Кайтинг тим. Рип. О, боже мой. Ну, в общем... Не откайтили вы... Не откайтили. Не откайчено, во, мне нужно... Ну, нужно сделать картинку не откайчено. Ты полинкуй, кстати, там, килы. Ну, пускай посмотрят, что все по чесноку. В смысле, я показал свой килл. Можешь его линкануть. Нет. Линкуй свой килл во флот или куда-то... ВПЕ. Все по чесноку. Фракции нет. Есть какая-то рельса, карга. А, это эти. Остатки былой роскоши. А, одна рельсина. Другие я снял и кинул их в этот. И шкур выжил, да.
Это было забавно. Ты вечером полетишь, не полетишь? Подожди, я тут пытаюсь это... маневрируя на яйце. Кайтиш? Ягуар? Там был ягуар. Кайтиш торнадо, который что-то на мое яичко так уже близывается. Вечером, не знаю, здесь можно. Только на БКшку. Туда же, на Ишкурах. О, на Ишкурах, боже мой, на Иштарах. Можно на Ишкурах, но это будет грустно. На Иштарах они нам не дадут. Помнишь, мы же к ним прилетали, они максимум, чтобы вытащили 10 равойнов и то слились. А мы прилетали ночью, то есть, возможно, у них прайм-тайм, знаешь, между 4 и 9 нашими часами. Потому что, видишь, как у них сейчас, сейчас хорошо в плане Сумона. Так что, может, и нас угонится. Причем, понимаешь, они как бы подкормлены, то есть, они нас раз без проблем ёбнули, как бы, и я думаю, что они еще раз нам дадут с удовольствием. Это же такая подкормка хорошая. Подкормка крабов. Как это мило. Все, собственно, ребят, спасибо, что нас смотрели. Мы потестили, показали вам БКшки, показали ПВП без линков против ганга. Собственно, это наш ответ на то, почему мы летаем с линками. Это не попытка как-то компенсировать кривые руки и так далее. Это элементарная попытка хоть как-то драться с гангами, которые сумуют вот такую жесть на 2 БКшки. То есть вы еще не видели, что сумуют на мочалке, что сумуют на легион, и там просто потрясающие вещи, типа... На 2 мочалки КТА падающие флот. Кары, да, и КТА флот Талосов. И КТА флот Равинов, падающий на наши 2 Иштара. Собственно, именно по этой причине мы стараемся летать под линками, потому что элементарно, по-другому, сейчас просто нереально драться, да. Если бы люди вытаскивали, я не буду говорить, чтобы они вытаскивали равные составы, но хотя бы примерно адекватные, мы бы с удовольствием дрались с ними без линков. Но никто не вытаскивает ничего адекватного, так что увы, 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 вот. Не знаю, будет ли стрим вечером, возможно, Ворон придет, и мы пролетим сюда же на Иштарчиках. Посмотрим, я все анонсирую, собственно. Всем спасибо, подписывайтесь. Я, наверное, залью это видео на ютубчик для тех, кто посмотрел не все. Всем спасибо и пока-пока. Пока.